сферу посадите, чтобы не уехал. Да, пусть сидят, блядь, на сферах этих. Хотя бы этого босса убьем, да, и разойдемся, хрен. Ну да, тут и катушка падает, и наручи на холи пала. Вон там звезды мах пишет. Вон, да, жуй болт. И левая рука тут падает, кистевая. А спирит что куда делся? Ну он офнулся. Ты говоришь, катушка падает второго уровня. Блин, реально катушка. Катушка, да, вкусная. Тогда мотивация у меня есть. Тут на энхах много шмота. Вообще не понимаю, нахуй таких людей, блядь. Ты офнулась, съебалась с рейда, блядь, еще и хуяришь, сидишь в дискорде, в чатик, блядь. Вот веселуха, нахуй. Ну я ее кикнул с диса, с гильдии, нахуй, пизду. Да это понятно. Не ебал такой. Мы уже поняли. Ну, типа один слот, если получится добрать, я не знаю, кого-то мага я с гильдии взял. О, дримботок, нахуй. Сейчас без пугов. Отлично. А ДЦ вообще трудно играть? Не, ладно, вообще нет. Однако. Щитки расставил, молодец. Ну, подкасты обычно надо кидать. Собираешь миллиард СПД, и тогда ты крутой. Чат дримботок зайдет, ставьте шкаф. Может, еще лану потратим. Уже был ты в Дисе? Продолжение банкета. Да, я здесь. Это Жуйболт, как у тебя по тактикам в Геру целка, ты знаешь? Смекаешь, чем шаришь? Нет. На сфере можешь сидеть просто в одну цель и тыкать там. Короче, тактика такая же, как 25-ки обычки. Только здесь двигаться меньше надо. При каждом, ну, допустим, шаге на тебя навешивается дебаф, типа, стакается. И чем больше ты ходишь, тем больше дамаг наносится. Все. Меньше ходишь, живешь. Набрал 4. Стаков, допустим, 10. Постоял, подождал, пока скинется. Не, меньше, пусть он тряпка, бля. 7-6 нормально будет. Да, вот шестерку, пятерку набирает. Там уже на шестом стаке по 3 ковье. Там мага блинк есть, он может это его юзать. Короче, этот самый Жуйболт, смотри, твоя сторона будет ответственности, кружок. Вот 3D-метка, где на полу стоит, видишь? Вот с той стороне вправой, где кинетики будут сверху такие желтые шары падать, ты их бьешь. Смотри, они, в отличие от обычки, быстрее падают намного. Поэтому ты только их бьешь. Выбери какой-то скилл у себя, то ли стрелу ледяную, то ли огненную, но которая, чтобы кастовалась не дольше, чем секунда. И с какой-то уровень там скилла вытащи, на панель себе поставь. Вот твоя задача, чтобы этот шар не упал. Вот, Давакин, ты также оставайся на звезде. И кто у нас на ромбике, блядь, сейчас будет? Давай, Мардаун, давай в ШП, пускай вчетвером хилят, и будешь на ромбике. Похуй. В смысле, синтек он кто, в хила или... Ты в хиле будь. А, сейчас. Мардаун, там если что, время от времени можешь, ну, додотывать босса действующего. Ну, Давакин, звезда. А я только подошел, а ССов кого дать? Сейчас по ССам скажу, ну давай, Валкар давай. По Вадикону, Мистери Парависту и Келея по Синтеку. Но остальные, я не знаю, там, в принципе, люди не должны падать. На вихре, милики, отбегайте там вон к ступенькам там куда-нибудь. Главное, толпой не бегайте, разбегайтесь получше. Если у вас какой-то сейф есть, там вот роги можете вдвоем можете не отбегать вообще от танка. Просто ложный выпад нажимайте, вас втроем там не убьет. Я могу все сферы кинетические прямо сейчас дотать. Кто? Ну, если бегать не будешь, то можешь все. Кто, Мардаунд? Да. Ну, ты можешь все, теоретически, но твоя задача просто за левой стороной смотреть. Смотрите, если, допустим, первая падает в ромбике, и вторая падает в ромбике, то челик со звезды Давакин помогает подбивать вторую, потому что две физически очень тяжело подбивать. Вот. И то же самое, если в звезде падает первая, вторая и третья, то вы помогаете как бы с ромбика, с кружка. А если в кружке, то Давакин также помогает. А ромбик ты так и стоишь. Если у тебя время есть там постоять, ну, с пула там побей босса, побейте босса.
Все, короче, ставлю рыбу. Рыбу ставили. Рыба. Смотри, жуй болт, самое главное, если ты видишь, у тебя, ну, вихрь, на вихре там подальше от людей находись. В принципе, просто кинетику бей, а там кто подбежал. Чего? Назначь человека, чтобы он сейчас его страханул. Ну, вдруг, чтобы он не вахнул. Ну смотрите, да. Вы знаете, вон в кружке жуй болт стоит, его там зона ответственности. Если вдруг он сдохнет или что-то, ну он. Или проебывается, да. Ну дайте. Вас там дохуя, вас там дохуя. Вон Локи, совы, вас дохуя, то есть смотрите. Бэров у нас правым 4. Глазом смотрите. А, и дримботок. Ну давай СС тогда на этого. Ну давай на жуй болта, да, вдруг сдохнет, хуй знает. Просто так. Ну, а мистери как он давай? Мистери на синтек. Синтек уже. А я что-то протупил, подожди, блядь. Это, Давакин, ты на босса. Давакин, ты на босса стоишь, ты бьешь, а Мэтт Фокс, ты на звездочку пересаживаешься, понял? Давакин больше дает, намажет. Так, Мэтт Фокс, ты на центральной кинетике, Мордаунт на робике, жуй болт на кружке. Все, чек на пул. Рыбу пожрали. Пока не будет, да? Давайте, блядь, быстрее там, кулаки, хуяки, вот эту всю хуйню. Кто там дает? Ну, Штрарника, ФК, наверное. Давайте откроем Рарника, посмотрим, какой у него ШМ. Да, ШМ. Рарник, кресты давал. Че вы там давали, это? Лингрен, Рарник. Я каски продавал, свою протовскую давал. Кстати, можешь не вот как раз. Короче, сделайте, чтобы был каска, кулак и МП5, и все, остальное мне похуй. Вот это сделайте. Два паладина все это делает. Сделайте, чтобы три делала каска, кулак и МП5. Вот это. Этот, как оно называется? Не надо эту хуйню, как она называется, блядь. Ну, Паловск вот эту прошу. Полипавер. Да, полипавер. Не полипавер, а этот нахуй. Сука, щиток этот ебаный, забей хуй на него. Реген маны. Похуй вообще. Там отклятая за Ергеница, заебись. Килия, Мэтт Фокс. Че у вас там, блядь, давайте ебашить уже, блядь, шмот пылится, блядь. Все готовы, да я че? Сейчас травма упадет. Ага. Три катушки. Катушка, нахуй. Пять катушек, блядь, 20 травм. И сразу ШМ кому-нибудь. Вихрь, ты орой? Знал сакру. Ага. После того, как вихрь вас пробил, стойте на месте. Захилят на фулл хп, тогда уже думаете двигаться, нет? Вы, в принципе, все сами знаете. За жуй болтом смотрите там. Чтобы он хуйню там не вытворял. Келесит ебаный, блять. Ну тут 250 позиций агро, блять, маловато. Бить надо, если что, идите бейте, блять. Опа, хильте Лингерна. Релост сработал. Хилю. На пульте? Блять! А уешка меня не бахайте, пацаны, на ёб. Я так не выживу, нахуй. Но смотрите там на агро, я не смотрю. Вот лог забрал Келесита. Сейчас он тебя будет бить. Ты видишь вообще в омане, что ты в омане, блять? Бать, повезло, блять. Геро? Да, конечно. Ебаный пидорас, блять, сука, гандон, блять. Петух со своей ебучей, блять, вихрем, блять. Will this
Сдаю массакру. Блять, сдал я. Окей. Вот это зря, блять. Не успел нажать. Если второй вихрь будет, лучше разбегайтесь, если вы свои. Не-не, я не нажал. А, я просто предупредил. Что-то я агро мало набираю, ну что за хуйня, блядь. Катастрофически мало, блядь. Лужу сдай на и не убьешь, блядь. Все, келесит, готовимся. Идите келесит обейте, уже тут должны быть. Да ёбаный в рот, как? Я понял, блядь. Тут бы, сука, кто подводил, блядь, эту залупу. Сфера? Ну, блядь, они сдыхают, смотри, как быстро, блядь. Ещё и хуй заберёшь. Эй, блядь. А, сейчас клык отдам. Ну как ебанутые нахуй агрится туда-сюда, вот сейчас меня разъебет. Все, панцирь. Зубы сдайте. Все нормально, у меня панцирь есть. Все, пиздуйте. Ну и что там? 6 минут, сколько процентов? 55. А вот это лучше. Это хорошо. Хорошо, идем. Все в том же духе, тут все по кругу повторяется. Кинер тот, сдайте. Ну а только смотрите, вот у бидона 0 маны нахуй. Захуярьте ему инора, блядь, штучки 2. Это еще по инорам самостоятельно, если будете играть, вообще заебись будет. Не, сейф откатил. Пать закинула. Не бегай, главное, много. Подожди 10 секунд, потом выставишь как надо. Еще лайфхак, если можешь, подводи метров на 30 хотя бы к келеситу перед открытием. Чтоб миликом меньше бежать было. Вот. Массакру сдай. Сдох. Вот сдох мордаунт. В ромбике подстрахуйте кинетику. Синтек реса и мордаунта. Геншин, давай на ману. Мордаунт собаку вызывай. Побежали, милики. Келесит, подходите сюда. Сдал массакру. Угу. Лимбаток, не двигайся, блядь, захилься. Виз тоже. Захильте их. Так, ну а группа лучше. Тогда сюда, ну и сферу. Он вот залупа, блядь. Побежали. А не, рановато. Все, забейте на сферы. Босса играть. Ну, в смысле, на черные. Захильте Девакина, захильте, захильте. Ну, сука! Рави, стрессай Девакина. Ну, ебаный в рот, ну не двигайся ты нахуй, тебя захилят. Блять. Давай, я тебя сдам, да. Не ресай. 10 секунд до сейва. Мордан, давай на ману. Сдал. Давай массакру. Пизда, блять. Мэтт Фокс топу ресы. Равис, что, Вадикона? Ты реснул его или он опять сдох? Я его сдох, я его реснул, фиг знает когда, он не принимает. Сука, давай. Он вылетел, Давакин вылетел, написал. Все, Мэтфок стопу. Вадикон 1 БР. Кинетика, квадрат возле келя, помогите, блять, все упадет нахуй.
топу фулбавка склад пристав. Ну кинетика, сука, падает. Вы что, сука, выше поднимите? Обижали. Знал. Пизда, блин, жопа горит. Захильтесь, не двигайтесь, где, захильтесь. Скелесет. Все, отвожу, отвожу. Подходите сюда бить. Что там у него? Хуярьте его изо всех сил. Гру есть. Да я ебал эти шары ебаные. Ну хули они на вас... А улетите. Сфера, сфера. Сейчас прям. Улететь. Сферы не роняйте нахуй. Сейчас, сейчас босса уже точно добьем. Помогайте сферы, если там лежат те, кто их бьют. А, лежат. Крестик, крестик. Что сейчас добьете там, переключится на кого и добьете? Талдаром добивать. Ядро с меня забьет. Что с ядром делать? Ничего, просто стой. Ничего не делать, забей. Лови лицом, да и все, забей. Воронка появляется маленькая. Добивайте босса уже, сколько там лямов? Вон квадрат помогите. Блять, 5. Квадрат падает. Пизда, ну люди вообще люди, блин. Добьете там, нет, алло, блин. Да. Две кинетики упало, блин. Что там, блядь? Он бессмертный. На пятихатке поменялся. Mm-hmm. 30 секунд, Дебельсей. Скажите, это что там воятель есть? Нет. Нет. Эдховские тапки. Ты мам, ну. Что там, катушки 5 штук? О, капюшон, блядь. Да, я сразу 10. Залупа выпала, короче. О, он этому отдайте. С капюшоном синтек на медведя. Так, мне Т4 нужно. На голову. Там мастерство, типа. Нету еще, видно еще одной полосочки, типа, на транс. Ты уверен, что тебе надо это за 50% это говно, Мэтт Фокс? Или ты перепутал? Это ловкость. Давай ему. Пусть хоть. 50%. Грудак. Это хуй. Здесь грудак, либо СТТГ, либо этот одеть на шамана. Короче, залупа на распыл выпала, я понял, блин. Тапки такой ханту хороший. Да, Тавану идем бить. Или Энху, да? Да, пойдем на лану посмотрим. А сможешь меня подсветить немножко? Тут сказано путеводителе, что кинетическая бомба атаками дальнего боя заряжает сферу, препятствуя падению. Да, вот сфера, да. Это кинетическая бомба, это сфера, она круглая такая. Вот. Атаки... А пытка разума является атакой дальнего боя? Ну да. Пытка, она долго действует. Ты, если начнешь подбивать у земли, ты она упадет. Ты долго будешь подбивать. С пульти этого Вова не беги. Че ты нафига ты это делаешь? А, блядь, я осколок соберу. Сейчас. А доты в этом плане, получается, не работают, да? Да, работают, но просто она быстрее, чем выбочки падают, и все. Да. Вакин офнулся, блядь. Типа я на это, я на ДЦшнике 3 доты на него кидал, и она, блядь, потолок улетела, и я тупо стоял, чилил. Он написал, ком прибудает. Может, ты не заметил, может, кто-то бил ее, блядь. Я что-то ни разу не видел, что доты. Не-не-не, там все ушли. Ну, типа, совок увидел, что я ее бью, и ушел. И она до потолка поднялась, и я стоял, блядь, щитки кидал. Потом она, когда дота закончилась, она спустилась, и я снова ее поднял туда. Боя.
бие по трубам. Че, убьем, не убьем ее? Должны убить. А давайте, что там мы? Ну, если мы укусы распределим, чтобы у нас топ ДПСера сразу были укушены. Наверное, думаю, да. Ну, и чтоб никто не дох. А мы ее ни разу еще не убивали, правильно, да? Ага. Ну да. Это первый раз будет. Может быть. Может быть, да. Так, буду слышать. Не, ну должны как раз освоим нового босса. Как говорится. Ну вы просто учите, что типа вас хилы не захилят, если вы сами будете нам помогать на взлет. А это хотел спросить, ребятки, а почему, блядь, мы вот третье КД уже во вторник убиваем леди? Почему, блядь, в понедельник, допустим, когда у нас Артена? Понедельник день тяжелый. А, устали все, что ли? Да, всем. Луна не в том подъезде. Да я вообще не понимаю, у нас, типа, когда мы убиваем, у нас почему-то все выживают и играют нормально. Блядь, как Слава и говорит. Если никто не хлопнет духа, мы ее убьем. Ну вот, видели, да, ну, вообще, трое, говно, 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 бац, нахуй, идеальный, просто, блядь, ну, один умер. Камон. Но все равно хлопаешь духа. Нет, тот трое мы не хлопнули духа. Хлопнули, там два или три хлопнуло. Нет, просто никто не умер. Только один, он меня ударил, но он не взорвался. Вот мы с Вадиконом стояли, и он, типа, промахнулся по мне. Не само. Да. Там бывает, что это... Да, либо промах какой-то, может, уклонился, может, еще что-то, блядь. Может быть, так работает, я просто не знаю. Может, ну вот, он меня ударил и, типа, не взорвался. Печенька как раз Ланы, да? Да. Ну да. Так что, ребята, давайте. Будем осваивать по две печеньки в неделю. На АПТ-4. Или Т-10. Блять, ну Довакина еще нету. Чем так долго? Куда он улетел? Пока что, короче, так, по сейвам, значит, Лингрен на первую взлетку и 2 ДЦ Мордаун с Геншином дают на ХП. Это на первой взлетке. На второй взлетке я не зыбку, плюс я, наверное, это не зыбку и Мастераур. И на ХП Шалфир Спеса. Все пристыны все антифир. В принципе, это вы знаете. Можно еще добавить, не знаю, можно на первой взлетке добавить спокойствие от 4 друидов. Нормально будет. Первую маху кто дает? Рарник? Ну, на первой взлетке пускай Рарник даст. Потом... Рарник ставь сразу ауру, а потом мы с тобой перекинемся на зелену вторую. Так вот, блядь, на коленке, блядь. Ну давай кину ждем. Угу. Драконий сын. Так, саппорт, а чё вы, я в ГБ же вам положил, возьмите в третьей ячейке. У всех у вас звания есть, у всех.
Третьи ячейки сопрут, один стак там можно брать вам. Возьми, там по две штуки лежат. Увидел? Там не повышенный. Я тебе написал. Хотя там у тебя он один стак 8 есть. А ты ДД пачку взял? А когда ты ДД взял? На СПД что ли взял? Да, да, СПДшную я взял, и я не могу там брать больше. Там а. Один, одну только связку. Ну, то есть, до того, как ты сказал, сопроты брать. Так. Так, вот мордаун-то повысить. Надо бы. Я, короче, пока охнусь, чтобы фаска не тикала. Ага. Этот армеец, кто там, Адма, Молодчага, этот, ой, Мордаунд, и этот, блядь, Жуйболт повысил вас. В третьей ячейке возьмите банки. По две штучки там сопрот. Ух ты, прикольно. Это мозг. Это фу, а ты кто мне кидал? Почти вроде давал. Что-то девакина так и нету. Ты где там девакин? Вот зубрыжир DC сидит просто так, чё он не вреден. Лол, блядь. Правильно, так нахуй. Попросишь у директора премия, задонатишь нахуй себе этот вечный холод, нахуй. И вроде и на работе работаешь, блядь. Еще и тут этот начнешь дамажить. Это вообще жизнь, сладость просто. Это он типа на работе играет, да, типа задерживается? Ну, вообще пиздец, жизнь у людей. Хуя на работе хуярят. Жалко, да похуй, на премию-то можно, блядь. Сидишь, хуяришь тебе. Тебе равно по халявину. Те еще и премию захуярят. Не, если директор топовый, то он захуярит, скажет. Молодец, Мэтт Фокс, скажет. Ты, блядь, задерживаешься на работе, блядь. Ни один сотрудник. Да, блядь. Еще главное, вид усталый такой сделает. Ну и все, все, что это, скажи. Все ради компании, блядь. Че у тебя за компания-то? Лишний час, это ж пиздец. Сейчас еще час на лане вайпаться, это уже лишних два будет, блядь. Ну как раз нам полтора часа повайпаться. Ой, бля. Прикинь, он как с работы уходит, нехотя. Такой хуяк домой, ладно, блядь. Можешь сейчас распределить укусы по дамагерам. Блядь, я такой хуйней никогда не занимался. Думаю, это, ну... Ой, это залупа будет, блядь. Так-то можно, блядь, в теории. Короче, проще будет так. РДД, допустим, если укусит кого-нибудь, ну, из первых кусающих, а РДД кусает первого, допустим, милика. А потом уже пошло-поехало РДД, РДД и милики, миликов. Вот и все, чтобы, ну, не было такого. Вообще, я уверен, 4 первые должны быть РДД. Потому что там, вон, я могу назвать эти ники. Это Песа, Шалфир. Валкар, Мистери, ну потом Вадикон, может Вадикон там вместо Валкара, ну как-то так. Или вместо Мистери Вадикон. Синтек, залетай. Синтек, заходи, Девакин тут шуманулся. Тебе пришел шуман?
Блин, шкаф исчез. Тебе пришел шаблон, нет? Да, у него сумонил, у него это. Ждет ответ. Просто из миликов это сразу топу, если кусануть, прям очень хороший буст будет. Он потому да что я постоянно... могу сделать, что он и так меня укусит. Потому что постоянно в тройке, блядь, лидеров, а то и на первом месте всегда почти. Тут фишка в том, что мигнул тоже. Если кто-то будет, если кто-то будет подыхать, это уже, ну, возможно, сразу можно не убить. И фишка в том, что милики они на взлетке не бьют, а там секунды. Да, да, вот в этой. Ну, я понимаю, что надо шипешника кусануть, как минимум. Ставлю рыбу. Ну, ШП, ой, блин, ну, первых ШПшников, потом Рох, Бар, Локов. Блять, как назвал сейчас проверка? Это, ну, Жуй-болта в последнюю очередь кусайте, и это, смотри, Жуй-болт там, на первой взлетке стань. Чтобы этот ренжу не нарушал с людьми там 8 метров. И если что, щит маны не побрезгуй прожать. А на второй взлетке, если вдруг тебя укусят, то на взлетку, когда босс сверху висит в воздухе, ты отдай глыбу, чтобы тебя не шотнуло. Вот. Тут и тонкий, тебя проебать можно, пиздец. Ну вот, и остальных там захиливаю. Все, проверка. Я буду говорить, сейчас посмотрим, кто укусы получит. Вода. У всех в хилах 5 хилов. Я вас там расставлять не буду. Так, Мордан готов, даю отчет. А пулы домой доберем. Не забываем. Далее. Не на Лингрена, а на Войда. Так. Лучше. Значит, мистери укусишь Песа. Очень просто. Лучи и тени выносите. Вот тени выноси, кто там. Мистери Песа нашел. Песа мистери нашел, да? Тотемы трепета шаманы поставьте все. Блять, в одной пати, ладно, похуй. Так. Кусаешь Песа, 3 секунды готовься. Секунда кусай, дальше дамажим. Значит, мистери укусишь Вадикона. Песа Шалфира укусишь. Давай Песа разъебаем. А потом по миликам пойдем. С тенями смотрите, не заслагайте под боссом, не раздайте тени, иначе хуёво будет. Лучи сбежались. И следующие тени, присты, готовьтесь и задиспелить точечно человека с тенями. Фулл дот и ход и по нему дать. Равист по бидону, Вадикон по геншину. Мэтт Фокс тоже по ген... по мордаун туда, Мэтт Фокс. Иннеры быстрее. Готовимся. Два хила, два приста пятой пати на хп, готовимся. Смотри, минус 2. Стой, Вадикон. Минус 3, нахуй. В огне сдохли. Ложимся. У них есть оборот? Ложитесь. Жиболт, Мэтт Фокс, Ревист. Дайте диван возможности, чтобы не было. Вот расскажите. Дайте Дримботоку и Жиболту с оборот. Жорник, диван. Вот расскажите, братья. Кто диван снял? Как вы сдохли? Он это пробил через связку. Она вроде А-а-а. Через диван пиздит. Вот собака. Еще какая. Вы что, в тени втроем забежали или как? Вот Джуй Болт, Равист и Мэтт Фокс. Да.
Да. С правой стороны, короче, там было два человека. Это Мэтт Фокс и еще кто-то не увидел, которые в страхе забежали в лужу. Ясно, нахуй, я ебу, сейчас, блядь. Ну, вы видели там две лужи, ну, когда видите, что сейчас будет ферять, отбегите, а стоят от той стороны. Зачем вы там тусуетесь рядом с этой лужами? Вот как раз под фером вот туда забежали и сдохли, ну, подальше стойте. Так, киса сюда. Дымыш сюда. И кукушиным лучше подходите, кого кусать надо. Чтоб не мы бегали вас искали, а вы лучше к нам. Да-да, рассказывай. Это про что ты ранее говоришь? Да мистер Лэнд рассказывает там сказки. Хуйню рассказывает, ну как всегда, блядь. Подходите там, да? Сказки на ночь. Не, ну давайте люди, те, которые дамагают, будут бегать по всему рейду там за кем-то. По всему рейду не надо, надо, вот минута есть, да, ты укус получил, у тебя минута есть. Ты дамажишь. Нашел человека. Нашел человека, да, встал недалеко от него, там 10 метров, все, дамажишь дальше и все. Укус надо передавать, два прыжка сделал, укусил, два прыжка назад сделал, дамажишь, все, пиздец, вот и вся тактика. А так, чтобы подбегать, ну я не знаю, ну ты же не 200 тысяч даешь, чтобы так весь рейд бегал, прыгал вокруг тебя одного. Не, ну понятно, но два прыжка это там где-то 1140, допустим. Блять, ну. А у других как будто 0 ДПС, я про это и говорю, блять. Они же тоже там. Если нет под укусом, но там будет там тысяч, не знаю, даже сколько, там 70, 80, ну сотка. При всех проках. Короче, у этот... У тебя пятнашка ДПС, ты чего ты говоришь? Ну, хорошо. Мэтт Фокс с Вадиконом я вас поменял. Вадикон, ты во второй пати. Я надеюсь, ты не сдохнешь на эфире, куда-то в центр там отбежишь. А третья, четвертая и пятая пати у вас у каждой у вас по шаману есть. Чтобы не сдохнуть на эфире, вы централизуетесь примерно ближе к этому кругу, подбегаете. Если совсем хуёво, ну, типа, вздыхаете по КД как бичи, блядь, то в самый центр забегаете. Там шаманы, как босс начал движение в центр, лайфхак, если обновить тотем, он примерно тикнет, снимет фир, когда босс фернёт. Вот, три шамана, вы должны тотем трепета поставить, чтобы он у вас был. Вот, всё то же самое, на взлетке нельзя вздыхать. Значит, друиды дубовую кожу. Локи, похищение жизни. Ну все, все, что я вам говорил. Вот Энхи, покастуйте цепуху через себя. Вот. Милики там жирные, в принципе, не сдохнут. Вот, смотрите, роги могут сдохнуть хорошенько. Это их прохиливайте. Да не сдохнем мы, блядь, там сейвов херва гора. Кто-то там сказал, уходить будет. Кто-то сказал, трави уходит. Он сейвбук. Ну это и как бить нахуй, вот без него это уже ДПС минус. Я не знаю. Трай, типа, и все нахуй, я ебал, блядь. Такие, значит, мысли. Надо убивать. Значит, надо убивать. Дела с трай, ну, давай. Рыбу ставлю. Мэтт Фокс, давай. Нех убить, просто сосредоточьтесь, вам нужно выжить на взлетке. И все. Сейчас пока что такие сложные боссы это Проф, Лана, Лич и Синдра, да? Бля. Да, Лана, но не сложный босс. Он, да? У меня Вовка вылетел. Леди сложнее. Но это только у вас пока. Там нет сложных боссов. Есть плохой сетап рейда, плохое исполнение тактики, вот что есть. У нас это все есть. Ну, простой пример, вот взять леди, да? Босс несложный вообще, ну, от слова совсем. Просто надо четко понимать, что босс делает, вот, с какой интенсивностью, и что нужно противодействовать как. И нужно четко знать свой класс. То есть на панели должно быть не 1, 2, 3, 23 скилла, блядь, а должны быть все там 20, 30, 40 скиллов. И их должны использовать так, как вот ты в PvP играешь. Вот чаржился в тиавар, что ты делаешь? Блинкуешься, блядь. Так же и на леди должно быть, блядь. Примораживаешься. И так далее, блядь. Вот. Даешь там жабу, даешь сало, даешь, ну, сбиваешь каз, блядь, кастеру. То есть, блядь, если не контролить людей на леди, они будут шотать рейд. Вот. Там и так как бы БРов не дохуя. 3 БРа, 4 у нас там.
Плюс духи. Текаем всю гильдию флестов и паладинов, и силой света мочим всех. Угу. Примайды сила... создаем и идем на БГ. Силой света мочимся себе под ноги, нахуй. Ну, если так подумать, 25 луж — это очень неплохо, в принципе. У нас один сила света, одна ушла. Я представил уже, блядь, 25 луж от паладинов, нахуй. Три паладина берет в контроль, они еще дают 25 бурь, нахуй. Просто минус рейд, нахуй. Ну да. Под баблами еще, нахуй. ПВП с мотодел можно идти на БГ. Мне, кстати, не нравится, что здесь не работает каплю. Каплю не кидают паладины. Или кидают они, я что-то не знаю. На типа, кого? На босса. Они на босса кидают каплю, и их шотает сразу, типа. Ну, с босса, типа, дамаг переводится на пала, и их шотает. Угу. Прикольная тема. У нас получается меня, здесь сейчас... короче, завтра, походу, не будет. У меня шестая пара. Да хуёво. Там, типа... Ну, нет, а до 7, типа. О, нет. Так, а там целка обычка. Не, ну ты попозже, может, подойдешь. Бля, если завтра я на... Я до 5 буду. До если 5 на обычку не будет хватать, ну так это, ну как приедешь там, 18 там. Может, мы 24 почистим. Просто, блядь, надо, чтобы на обычку тоже полный пах людей было, не так, чтобы 20 человек, ну, ебаться. Да. Там сейчас новые какие-то будут, надо все равно проносить, кого-то одевать, для геры готовить, блядь. Что там, блядь, запускают, нет? Залетай, залетай. Ну, это нас только выбило. Только меня выкинуло. Тоже выбило, тебя убило. Так, ну я зашел. Опять аж подсолнух ебаный поет. Это из-за подсолнуха кикает по-любому. Кипает подсолнух. А вы пожирали рыбу? Дай там ассиста, блядь, лидера, блядь. А еще есть какие-нибудь поющие мапеты? Синтек называется. Фанда есть, который кунг-фу показывает. Дай, говорю, лидера, блядь. Кошка есть еще, которая там играет. Тоже прикольно. На теории лидер, синтек, прием. А, чё, тебя кикнуть? Принимайте готовность. Я думал, всех кикнуло, блядь, сижу с ебланем, блядь. Да, вроде мы сразу сказали, что только вас. Все готовы, даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, бля, не набери больше меня. Бля. Зачем я спрожал? Я вообще не знаю, нахуй. Зачем ты прожал? Мэтфокс. Кто там рисует? Давай, Мэтфокс, рарненько рис. Синтек? Блядь. Ну, вставай быстрее, а то сейчас Мэтфокс тебя второй раз есть. Убав по рарнику. Это столько ДПС проебали, блядь. Зачем ты нажал эту хуйню, блядь? Не нажимай никогда. Или если нажимаешь, выключай вовремя. Тени смотрим. ПС так же укусишь. Мистери Валкара, ПС Шелфира укусите. Следующие тени. Сейчас после лучей, через 10 секунд будут тени. Они будут, после них будет фир. Так что готовьтесь, человека здесь будет. Максимум засчитуйте рейд. Равист по мордаун, то есть инер. Мэтфокс по бидону. Вадикон по геншину.
Мордан, что тут с маной хуёво совсем. Наготовься хулидринг и два хила на хп читать. Готовимся. Килия уже просто сдох нахуй. В нем что ли тени были? Давайте на хп читаем. Нет, не были, просто кто-то в лужу сделал. Просто под феррором забежал мне. Ложимся. А что у вас, вот, как вы так сдохли? Пизда, бля, я понял нахуй. Я сделал одну точку лужи, я прям в эту точку лужи прям под феррором забежал. Ну а синтекс, мордан, вот это вот, три тела там отвалилось, как? Каким образом? Мне пишут, что пакт. Там, короче... Да какой пакт на взлете еще? Вы, наверное, раньше не держите, я понял. Ясно, нахуй. Ясно, нахуй. Все понятно, блядь. Вот как. У тебя не получилось. Не знаю, нахуй. Сумеречная кровяная стрела. Да, кровяная стрела, блядь. Кровяная, блядь. Боже. Кровяная пизда, блядь. Рог отвалился. Ну вы долго дохнете. В лужу зашли, померли, блядь. Даже сдохнуть нормально не можете. Да? Ладно. Я не знаю, и ДД нету никакого. Пизду, до лучших времен, нахуй. Может, в следующий раз не в чумку пойдем, а сразу на лану, потому что ну, не освоенный босс. А хули толку? Типа лучше полутаться побольше. Ну, побольше это шмот стухлого из-за него как раз вот там ты полутаешься. Пойдет кто в каражан обычно? Не, ну в плане, если убить лану нахуй, типа, да, ну нужно видеть рейд нормальный, а не, ну, не людей, которые там не знают тактику. Ну да, ты в принципе прав у нас пока что народ, ну так. В обычку-то, в обычке проблема, нахуй. Надо обычку стабилизировать как-то два рейда. Это надо добор вести, чтобы люди в обычке ходили, одевались. А на геру вообще атас, нахуй, ни замены нихуя нету. Все, ты ИП дал? Да, да, я с той ИП дал, все, пиздец. Сейчас будет сброс ИП, и это... И...